Петербургского дома музыки, лауреат международных конкурсов Петр Кладоногов. Доброе утро вам. Доброе утро. Доброе утро. У вас такая живая мимика, что вам, вот прям ты видишь эту историю, ты прям понимаешь, что человек тебе сейчас рассказывает историю, только не словами. Да, с помощью музыкального инструмента. Знаем, что уже завтра, 25 февраля, сольный концерт музыки флейты в Институте искусств пройдет. Какие музыкальные произведения услышат гости и зрители? Да, на этом концерте прозвучит программа «От классики до современности». Угу. В нее войдут самые знаменитые произведения, написанные в разные эпохи композиторов. То есть это начиная от классики Вольфганга Амадея Моцарта и заканчивая, конечно же, нашими отечественными, это Сергей Сергеевич Прокофьев. Угу. А программа очень уникальная, потому что в ней я собрал все, то есть классическое, романтизм, современная музыка. И редко услышишь именно в одном концерте и сравнишь, сопоставишь разные эпохи, разные стили композиторов. Партия фортепиано еще будет, да, безусловно. Да, аккомпанемент, без которого сложно представить звучание флейты. А на каждое ли произведение будет аккомпанемент? Как у вас? Да, это для флейты и фортепиано, то есть концерт, конечно же, и фортепиано здесь очень важную роль играет. Это замечательная пианистка нашего Института искусств, Ирина Сергеевна Зверева, будет аккомпанировать. Какие-то будут сольные произведения, какие-то с ней вместе. То есть. Петр, сейчас будет, наверное, необычный вопрос. Вы уже перенесли ныне популярное заболевание ковид? Вы знаете, слава богу, что... Нет, я просто почему спросила, потому что там же сильно страдают легкие. А для музыканта, мне кажется, это вообще очень большая трагедия, да, когда, ну вот... Да, на самом деле очень, вот у меня кто знакомый переболел, очень тяжело возвращать в этот процесс, потому что действительно легкие постоянно работают. Но в этом плане у духовиков есть преимущество, что когда занимаешься на инструменте, постоянно дышишь и как бы мешаешь болезни. Постоянно идет физкультура. Желаем вам, чтобы этого с вами не случилось. Да. У нас, смотрите, есть вот такая даже афиша. Да, пока мы посмотрим эту афишу, расскажите о своем музыкальном инструменте, ведь для музыканта это одно из самых важных и главных составляющих в их работе. Да, это духовой инструмент, флейта. Раньше он был деревянный, теперь он уже серебряный, и золотые инструменты делаются. Это королевский инструмент, на нем учились все короли, Георг. Они все учились у флейтистов того времени, знаменитых, потому что это считалось очень престижным и играть на этом музыкальном инструменте. Ну, вот мы знаем, есть
дорогостоящие скрипки, да, датированы там еще, не знаю, 16-17 веками, да. А что касаемо вот этих музыкальных инструментов, есть ли какие-то в нашей стране флейты, которые стоят очень дорого? Вы знаете, флейты, на самом деле, конечно, тоже, как и любой инструмент, mm-hmm. по-разному разброс цен идет, от самого ученических флейт. Но у нас, в отличие от струнных инструментов, чем новее инструмент, тем в нем больше новшеств, больше добавляется. Наоборот, да? Наоборот, да. То есть у нас как раз ценится. И у нас просто цена зависит от того, что, допустим, посеребряный инструмент, серебряной головкой инструмента, или, допустим, вот это, допустим, полностью золотой инструмент. Также бывает полностью из чистого золота инструменты. Нормально. Да, и от этого, конечно, стоимость. Петр, я вот в самом начале сказала про живую мимику и историю, а вы сами, когда играете, ну вы же погружаетесь, да, в этот момент в процесс, вы представляете что-то, когда играете? Вы хотите передать какую-то картинку? Или каждый представит то, что представит? Вы знаете, конечно, каждый зритель представляет то, что он представляет, конечно, но вот задача музыканта донести как минимум то, что хотел композитор донести этим произведением, и еще, конечно же, лучше что-то от себя, то есть свою трактовку, так сказать, показать музыкальному. В финале беседы приглашайте наших зрителей на завтрашний концерт. Еще раз покажу афишу, может быть, даже ее крупным планом у нас покажут. Дорогие друзья, приглашаю всех вас на мой сольный концерт, который состоится завтра, 25 февраля, в Сибирском государственном институте искусств по улице Ленина, 22. А в этом концерте прозвучит замечательная программа от классики до современности, от Вольфганга Амадея Моцарта до Сергея Сергеевича Прокофьева. А мы с Ириной Сергеевной Зверевой, пианисткой, будем очень рады всех вас видеть. Ждем вас на концерте. И главное, обратите внимание, что вход на этот концерт свободный. Да, начало 7 часов вечера. Большое спасибо. Петр Худоногов, солист Санкт-Петербурга. Дома музыки, лауреат международных конкурсов, был у нас сегодня в гостях. Продолжим программу.